Слоганы, цитаты, фразы, отдельные слова и даже буквы. И в этом сезоне модные дизайнеры предлагают носить на штанинах, рукавах, на спинах и, конечно же, на груди. Тренд настолько полюбился жителям разных стран, что теперь их носят не только бунтующие индивиды, но и просто люди с хорошим чувством юмора. Особый шик нынешнего лета – черно-белые решения. При этом выбор шрифта и техника его нанесения может быть разной. Более широким стал и диапазон стилей, куда можно в прямом и переносном смысле вписать модный тренд. Теперь все это можно носить не только в формате casual, но и в деловом и вечернем гардеробе.